Дисклеймер. Доброго времени суток, дамы и господа. Добро пожаловать на канал Silverhead. Меня, как всегда, зовут Сережа. И если ты не понимаешь, что происходит, то я продолжаю запись с того момента, где я остановился. Если не понимаешь, опять же, что происходит, посмотри предыдущую серию. Она на канале, естественно. И вот ты конкретно ты, я за тобой слежу. Ты не забудь лайк поставить и комментарий оставить. Это очень помогает развитию канала. Да, а если сможешь без подписки, то пора бы и подписаться. Так вот, я хорошо вспомнил, я пока монтировал прошлую серию, я же ее смонтировал, сейчас поставил обрабатываться, и пока записываю вам уже следующую. Зубочистки. Фу, блядь. Отмычки. Зубочистки. Отмычки нам... Ну, не... Ну, почему я забыл? Мегадетали и химикаты. Блин, а я ничего не могу разобрать. Ну, я ничего не хочу разбирать. Опять я забыл это все. Елки-палки, бля. Ладно, пошли так. Что встал, Оливер? Че там у нас? Так. Человек, работающий на дракан, хочет сменить работодателя и помочь мне. Так, ну сюда пойду я. Так, поставка лекарств, тайник с продуктами. Помочь выжить. 66. Поставка лекарств. Съестных припасов. А я ж ему... А в чем? Почему у него такой результат низкий? Я ж ему дал оружие. Ладно, Игорь. У него он оружие, автомат есть. Вы что, офигели? Так, отсюда пойду я. Поставка лекарств 86, да? Пусть на чудовище будет поохотиться. Погнали. Так, сейчас нужно насобирать всяких припасов. Самое главное, побольше. И знаешь, что нам надо будет с тобой сделать? Ты надо пробрался будет... в зону как призрак. А сколько людей сейчас знает о тебе и о твоей миссии? Мне это не по душе, Игорь, это опасно. Сашко настоящий сорвиголова. Но у него, как и у всех здесь, могут быть свои цели. Будь осторожней, Игорь. Хорошо. Хорошо. Че я говорил? Так вот. Пипец, у меня ноутбук пыльный, надо будет протереть. Так вот. Так вот. Отмычки надо будет сделать. Так, можно сразу карту, где мы там находимся? Ага, ага. Подожди. Это что ж самое место? Это что же самое место, ну да. А в чем прикол? Ну, вот я надеюсь, ресурсики-то обновились. О. Как тебе мое платье? Сзади не тесное? Ты же знаешь, спасибо. Я таких вещей не понимаю. Но выглядишь ты просто шикарно. Ты бы так же ответил, если бы я мешок надела, правда? Нет, нет. Вот это я загадку тебе загадала, да, профессор? Какой ты мне милый. Так, пойдем сюда сходим. Бим-бом-бом. Кирлим-бом-бо. Давай, сканируй, ё-моё. Подожди, тут что, не обновились ресурсы? Да ну нет, уж совсем грустно было бы. Так, вот тут у нас... я ж не... я не сделал же отмычку. Хотел сказать, давай вскроем. А потом вспомнил, что я не сделал отмычку. Так, я так понимаю, локации иногда будут повторяться, раз уж такое дело, да, пошло. В принципе, если ресурсы обновляются, ничего страшного в этом нету. А ресурсы, видимо, обновляются.
А охрана будет обновляться? Зато если ресурсы обновляются, я могу с тобой быстренько миссию пройти и еще одну потом пройти. Да. Потому что мы тут уже с тобой были. Я тут, в принципе, все знаю, могу быстренько все лутать. Нам потом теперь туда надо будет сейчас. Сейчас тут еще раз чекнем пульсацией. Может, что прикольное есть. Нет, ничего нету. Нет, значит, идем туда. Вот тут здание. Тихо, 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 тихо. Я точно что-то слышал. Тебе показалось. Тише, тише, тише. Ух ты! Тише, 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 тише. А чё вас так много? Тише, 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 мужичок. А! Да ты... Сука, ты издеваешься. Жестко мансит, так прям ужасно. Так, здоровья мало. А, 6. Где ты, падла? Все, всем лежать плюс сосать. Здоровая психика, нормально все. Все нормально, Игорёш. Подумаешь, немножко перемочили. Ребятки сами нарвались. Все нормально, Игорёшенька. Ну как, вот этот чип-тип наверху как мансил, это вообще пипец какой-то. Так и патроны все кончиться могут. И чё их тут так много сразу? Я не привык, что вообще так много типов. Так, перезаряжай. Так, что тут? Нам наверх? Давай сходим. Раз ты говоришь, что надо, давай сходим. Чё? Так, ну это было. Это мы знаем. А что еще? Ага. Это мы с другой стороны сюда заходили. Нам еще выше надо? Вроде нет. Не понимаю, а что тут должно было быть или было? Хз. Тихо, переборщил со спуском. Так, травушка-муравушка. Уважаемые товарищи! Чего? Внимание, внимание! Уважаемые товарищи! А... Здрасте? Сообщает, что в связи с аварией на Чернобыльской атомной электростанции в городе Припяти неблагоприятная радиационная обстановка. Ага. Как-то очень криповенько.
Прям сильно криповенько. Конечно же, отмычка. А я могу прям здесь сделать? Угу. Могу писюна понюхать только, я понял. Криповое местечко. Мозги не плавятся от этой фигни. Блин, ну-ка дай-ка. Эту штучку хочется забрать. А, здесь так не долбит радиация. А до этого долбило. Где наш дружочек-пирожочек? Вот здесь где-то тусуется. Блин, а, кстати, ресурсов поменьше, по-моему. Ну, точнее, они есть, но они закрыты. Кто здесь? Здесь что-то есть? А-а-а. Тише, тише. Тише, тише, тише. Радиация. Сильно долбит? Ой, сильно долбит. Пипец, как долбит радиация. Можно, не надо? О, что-то есть. О, все, полегче. Так, от радиации вот эту штучку выпить бы нам. Че? Не надо. Наверх? Записка. Че-че-че? У тебя есть 10 минут, чтобы добраться до третьего этажа Припятской больницы. Я за тобой слежу, так что не вздумай жульничать. Нет. Ну нет, не могу поверить. Ну а что? Ну вот так вот, шутик, бывает. Так, можем тут спуститься аккуратно? Ай! Ну, не то чтобы... О-о-о! Не то чтобы аккуратно. До третьего этажа. Подожди, что? Уважаемые товарищи. Это не сюда? А в чем прикол этого места? До третьего этажа. Ну пошли. В чем проблема? А, Припятская больница. Третий этаж? Нет, не третий. Так, а тут опять сейчас крыперы будут, да, эти? Дерьмодемоны сейчас повылазят. Еще выше. Еще выше. А куда выше-то? Подожди, а как выше подняться? А, во. Вот, вот этот этаж. О, здорово. Впечатляет. Теперь перейдем к настоящей проверке. Так. В каком плане проверки? Думаешь, я тебе доверяю? С чего бы? Просто потому, что ты пришел? Убеди меня, что я принимаю правильное решение. Я хочу своими глазами увидеть, что ты не отступишь в нужный момент.
И что мне сделать? Просишь меня исполнить паркурный трюк. Это ты называешь проверкой? Да похрен как называть. Это перестраховка, а теперь вперед. Ну так, ну и что мне делать-то? А что делать? Просто прыгнуть? А ты уверен? Че, доверимся ему? О, хилка. О, а как-то может схватиться, нет, что-то сделать? Ну давай. Я жив? Видишь? А я и не сомневался в тебе, друг. Отлично. Хорош, Санёчек. Для чего это было нужно? Да для того, чтобы я мог тебе доверять, Игорь. Для чего же еще? Угу. Надеюсь, все это было не зря. Теперь присоединишься к моей команде? О, Санёчек с нами. Мы идем домой, да, теперь с Санечком? А, Санечек один пошел. Да я, в принципе, и все. Че мне еще? Мне еще больше не делать, потому что нечего даже больше. Ну, давай еще брякнем разочек. Нет, в этой локации уже много что залутано. Туда, я знаю, я не могу попасть. Вот это разве что это. Яблочко забрать, скушать надо. Яблочко давай заберем. Чик. И ладно, давай я на паузе побегаю, пособираю всякий лут, который валяется, и вернемся на базу. Короче, чуть-чуть пробежал, буквально немножко пособирал. Как я и говорил, лута здесь особо и нечего на самом деле. Все, погнали домой. Посмотрим сейчас, как там Оливер. Оливер же, да, нашего первого друга зовут, справился, посмотрим. Должен был он справиться, по идее. То, что ты попросил меня сделать, это безумие какое-то. Ты в курсе? Более ну, безумное безумие, чем забраться в зону отчуждения и играть в догонялки с военными и наемниками? Ладно, подловил. Вот я и говорю. Мы можем помочь друг другу. Но имею в виду, это просто временное партнерство. Мы не друзья. Ясное дело, партнер. С нетерпением жду начала сотрудничества. А что за шкатулка? Уже. Кто дал тебе ту музыкальную шкатулку? Один рехнувшийся старикан. На бродягу похож. Обычно я с такими дел не веду, но тут, внутри зоны, клиента выбирать не приходится. Угу. Я сделал, что попросили, получил гонорар и свалил. Вся история. Понял. А мотив? Ты сказал, что ищешь кого-то? Кого? Это, конечно, не твое собачье дело. Но раз уж речь зашла о доверии, расскажу. Так. Я ищу своего брата. У меня к нему есть пара вопросов. Угу. Ладно. Ну ладно. Поговорим позже. Так. Миссия выполнена. Оливер выполнена. О, получил этот. Сашко выполнено. Теперь в вашей команде. Перейди к разделке еды. В смысле, у меня же... А, хранится производство. Все нормально. Вот. Всем по одному. А это что? Нет еды. Всем по одному. Да? Так, выполнили. Но новое пока не можем идти. У меня вот команда, уже два челика есть. Хорошо. Антоху жалко, правда, пипец. Так. А чё ты, чему ты меня можешь научить? Подожди, навыки. Ага, Санёчек. Чему ты меня научить? Доброго утречка, сэр. Здорово. Рад, что ты в хорошем настроении. Если бы я выпил, было бы еще лучше.
Но я до шести не пью. Печень берегу. Ага. Кстати, спасибо, что помог мне с радаром Дуга. Я знаю, что когда-то ты и сам был с ним связан, но я на тебя за это зла не держу. Очень великодушно с твоей стороны, но я этого не помню. Мой мозг блокирует эти воспоминания. Ага. У всех есть то, о чем хочется забыть. Да и время тогда другое было. А что с другой наверное, вообще? Наверное, хреново было жить во времена холодной войны. Подумать только, две сверхдержавы готовы в любой момент нажать на красную кнопку. На самом деле звучит системы страшно. Системы ПРО, управление разумом, эксперименты с ЛСД и даже испытания ядерного оружия. Все это здесь было. Ты что-нибудь помнишь из этого? Ты что-то помнишь? Я нет. Единственный взрыв, о котором у меня есть хоть какие-то воспоминания, это реактор РБМК. Откуда ты всего этого понабрался, Сашко? Познакомился с одним парнем, Сашко, когда мотал срок в бутырке. У него был знакомый, у того другой знакомый. Ну, ты в курсе, как оно бывает. Тогда я думал, что у него просто фляга свистит, или он наркоман. А оказалось? Только оказавшись в зоне, я понял, что уж часть из его рассказов точно может быть правдой. Бред, да? Поверь, Сашко, такое. Это совсем не бред. Покажи снаряжение. Давай снаряжение перетряхнем. Перетряхивай! Так, у него ничего нету, надо будет ему сейчас что-то дать. Как дела, профессор? Потренироваться. Сашко. Как жить на улице? Хорошо. Я тебе расскажу. Кое-что могу и показать. Но без практики толку не будет. Понял. Ву. Владение телом, теперь вы можете бегать гораздо быстрее и прыгать с любой высоты без увечий. Это надо. Отлично. Я готов учиться. Что с голосом? А что у меня с голосом? Привет, партнер. Здорово. Добро пожаловать в лабиринт. Понимаю, старому псу тяжело учиться новым трюкам. Но я думаю, что ты вывезешь. С любой высоты без увечий, это вообще круто. Это спасет тебе жизнь. Не благодари! Не заставляй меня жалеть, что я это все соорудил. Та еще морока. В общем, понял. Я хочу испытать этот полигон на тебе. А, я испытатель, задача, да? Войти в лабиринт и найти из него выход как можно быстрее. Так, ну как всегда, ты координируй, я побежал. Только сначала нужно размяться. Повторяй за мной и постарайся не отставать. Хорошо. Готов? Да. Начали! Ёб твою! Не стой столбом! Давай! Шевели копытами! Ага. Лежать! Ползком по-армейски! Ты чего ты кричишь? Приземляйся аккуратно! Давай! А я прямо впечатлен, Игорь! Ты бы отлично вписался в нашу банду в Москве! Думаю, Юра Кирпич тебя бы одобрил! А почему он москвич, а на футболке случае, у него... В твоем возрасте упражнения не помешают! Омолаживающий эффект, все такое. Ты уже будто лет 10 сбросил. Понял. А, или он украинец, но приехал в Москву и там, короче, кайфовал. Понял. Нормальная темка. Так, как а дела, научи еще. Привет, потренироваться. Ты же как жить на улице? Так, что еще? Теперь может бегать гораздо быстрее. Здоровье на 3 пункта, да? Дробовики наносят. Не хочу дробовики. Бегать гораздо быстрее. Рефлексы. Увеличим здоровье. Давай здоровье увеличим. Отлично. Я готов учиться. Что? Что у него с голосом? Отлично, я готов учиться. Что происходит во время того, как он хочет потренироваться, я не понимаю. Жизнь на улице научила меня. От быстрых рефлексов зависит, вернешься ли ты домой на своих двоих или в деревянном ящике. И чё? Иногда рефлексы могут помочь вернуться от пули. Не буквально, конечно, но опасности можно избежать. Так. Посмотрим, можно ли обучить тебя новым трюкам, старый. Ты сейчас будешь по мне стрелять. Он сейчас будет для по нам стрелять. Дыши животом. Медленно напряги диафрагму.
Почувствуй, как все твое тело наполняет воздух. Я чувствую, чувствую. Не задерживай дыхание. Выдыхай. Не слишком медленно, но не слишком быстро. Сконцентрируйся на дыхании и повтори упражнение 3-4 раза. Так, ладно, так. Ладно, поболтали и хватит. Сейчас резиновыми пулями. Сейчас я буду стрелять в тебя резиновыми пулями. А ты постарайся предугадать выстрел и спрятаться так, чтобы я не попал. Так. Оп. Это было быстро. А ты неплох для того, из кого уже песок сыплется. Так. В укрытие, Игорь. Оп, оп. Что, больно было, а? Ну ничего. Так ты лучше запомнишь мои уроки. Понял, понял, в укрытие, все. Игорь. Ой, оп, 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 оп. Ты делаешь успехи. В укрытие, Игорь. Оба, оба, оба. Ач. А ты молодец, ниндзя. Старик. Есть еще порох. Прекрасно. У тебя рефлексы подростка на спидах. Осуждаю. Я тебя, свою банду, без вопросов взял. Рефлексы подростка на... Ну, ты понял. Это ужас. Так. А, смотри, везде по 4 стало. Так, отмычки, отмычки, отмычки. Сколько? Еще. Отлично. Что-то оружие можем скрафтить? Дарборвик. Блин, у меня механических деталей ни на что нету. Арбалет. Вот этому надо будет другальку нашему дробовик дать. Итак, что-то я могу скрафтить, нет? Вот эти штуки. Во, давай сделаем. Одни, да? 8 и потом еще плюс 6. Так, помидорчики. Помидорчики вот здесь будут аккуратненько расти. Чик. Грибочки. Чик. Травушка. Чик. Я бы сюда еще свет им провел, знаешь? На самом деле. Но не могу. Мех деталей нету. Так, ладно, пойдем спать и, наверное, еще в рейд сходим. Что у нас по базе вообще? Все нормально у нас по базе. Всем все нравится. Так, а чтобы изготовить мне аптечку? Трава, много травы. А у меня аптечек нету, ну ладно. Так, у тебя все нормально? Хочешь поболтать немного? Да. Ты что-то хотел обсудить? Ну, вообще... Чего такое? Может, расскажешь о себе? Ты ведь из Канады? Да. Мой дед перебрался туда из Украины, пока еще была возможность. Я вырос в семье военных. И порядки у нас были заведены военные. Угу. Вся родня моя была прямолинейной, как ствол ружья. Так меня и воспитывали. Вроде хорошо, а вроде и не очень. Видимо, угу. Не бывает идеальных семей. Да уж. Грехи отцов преследуют нас даже после их смерти. Знаешь, что хуже, чем расти в семье с помешанным на контроле батей? Расти Чё? В семье помешанного на контроле бати, который к тому же отставной полковник и чертов миллионер. Да уж, похоже, с тебя много требовали. Ну да. Только родне всегда казалось, что я недостаточно стараюсь. Даже когда я дослужился до второй объединенной оперативной группы, самого элитного подразделения канадской армии. Выше просто некуда. Фига себе. Но я не сдавался. В итоге мне выделили свой батальон. А потом случилась катастрофа. Мы попали в засаду возле Эр-Раки в Сирии. Тогда всех перебили, кроме меня. Ух. Каждый день я мечтаю вернуться и все исправить. Мне очень жаль, Оливер. Представляю себе, как это было тяжело. Угу. Да это до сих пор тяжело. Я так и не вернулся домой после этого. Все решили, что я погиб, исполняя свой долг. Лучше пусть меня в Канаде считают мертвым героем, чем живым неудачником. Да уж, ничего себе история. Блин, тяжелая судьба у него, да? Сможешь примириться со своим прошлым, Оливер. Ты сильный человек.
Все, ладно, отдыхай. Так, ну и мы пойдем отдыхать. Уже смотри, уже побольше собрали. Так, спадки. Да? Вот так вот. Я только сейчас понял, кстати, что локация определенное количество на территории. Смотри, я тебе сейчас покажу. Что, нет, ничего? Что расскажешь? Какой у нас план, Хименюк? Че, какой план? Принято, носорог один. Действуйте согласно приказу. Все чисто, прием. Чего? Вас понял, синяя птица. Направляемся к цели. Конец связи. Пытаешься сойти за своего? Опасную игру ты затеял, Оливер. Я знаю, что делаю. Давно выучил их позывные и протоколы. Хитрец. Своего врага нужно знать. Хитро. Надо использовать любую возможность обыграть нар. Угу. Согласен. Я не умею взламывать шифры, зато умею взламывать людей. А с алгоритмом шифрования нар отлично справляется и эта радиостанция. Я узнал кое-что, что может тебя заинтересовать, Игорь. Нар отправляет команду за архивами КГБ. Может, Опа. Это как-то поможет тебе в поисках? Сейчас посмотрим. Но там наверняка что-то важное, раз уж они посылают целую команду. Да по-любому. Мысли мои читаешь. К тому же под санаторием Изумруд, кажется, есть какой-то советский комплекс. Я знаю, где это. Там был летний пионерский лагерь. Дети там отдыхали и играли на свежем воздухе. Угу. А КГБ тем временем играло в свои игры прямо под ними, под землей. Бункер какой-то. Я проверю. Нельзя упустить шанс узнать что-нибудь о Татьяне. Да по-любому. Только без фокусов там, ладно? Удачи тебе, Игорь. Спасибо. Вы тоже скучать не будете. Так, Капачи, старые документы нар это мне. КГБ. Сашко. Сашко, ну пойди просто забери. Попробуй. Оливер, куда пойдешь? В центр или в жилой квартал? Ну, иди в жилой квартал. Так. Применить к месту. А, подожди. Не-не, все нормально. Так, что, начать миссию? Погнали. Ви-ди-ди-ди-ди. Получается, мы целых две миссии. Ну, первая Я была помню, достаточно... Это пионерский лагерь. Кто бы мог подумать, что там же были советские бункеры. Оливер очень хочет с тобой подружиться. Но насколько искренне? Он все-таки наемник. На пользу ли тебе его верность? Что, Татьяна в каждом моем человеке, которого я нашел, усомниться прям сильно хочет. Прям очень сильно. Вот и девушки, вот всегда сомневайтесь в настоящей мужской дружбе. Ну или не все. Ну или не всегда. Так, отмычки. Отмычечки. Отмычечки это хорошо. Хилка, кстати, на пятерку. Быстрый доступ 5. Все, хилка есть. Так, а нам куда? Мы вначале нам... О, тут много... О, какая карта большая, слушай. Большая карта. Чем больше карта, тем лучше. Что у нас ближайшее? Ближайшее что у нас? Бродяга. Давай вот так вот бим-бим-бим. По кругу пойдем. Сначала с тех получается, да, начнем? Да. Угу, вижу.
Ну, там что-то еще. Что это? Заметка. Давай уедем отсюда, Игорь. Пожалуйста. Уедем? Куда? Куда угодно. В Европу, в Америку. С твоим талантом и моим обаянием мы где угодно приживемся. Это опасные фантазии, Таня. За такое могут арестовать. Ты же знаешь, наша жизнь тут. Эта жизнь рано или поздно нас погубит. Блин, я честно думал, что я этого положу, а этот, ну, типа такой... О, где, кто? Он сразу повернулся и в меня стрелять начал. Так, ну я так понимаю, Игорь, вы не уехали, да? Ну, не уехали, так не уехали. Что ж поделать тут? Что у нас здесь? Что здесь? А, ниже? Это в бункер надо спускаться. Не вздыхай. Нормально все. Они сами виноваты. Ну как сами? Они же наемниками хотели стать. Вот и стали. Ты здесь ни при чем. Ну что такое? Жирненький сильно. Вот и ты знаешь, что вот всегда наемник может так вот. И все. Каким-нибудь придет какой-нибудь Игорь злой. И все, и пипец. Опа. Сюда. Ну не то, чтобы это стоило отмычки, кстати говоря. Хотя вот это. Боже. Что за опыты проводила КГБ? Объекты части у Донниксиями. Она пытается продолжить его работу. А. Доза облучения. Я ничего-то, короче. Эксперименты с людьми проводят какие-то. Это, ну, это КГБ проводило. Нар тоже хотят дальше заниматься всем этим. Серьезно. Как-то это не очень хорошо, по-моему. Кого-то слышу я? Или это я хожу? Так громко топаю. Так, ну в бункере, по-моему, все. Да, в бункере, по-моему, все. Где выход? Вот он. По крайней мере, в этом бункере все, по-моему. Да ну что ты, Игорь, елки-палки. Слушай, бегает и вправду быстрее, кстати. А вот что-то только сейчас обратил внимание. Ой-ой-ой, тихо-тихо. Подожди, у нас прям рядом где-то. А, не рядом, вот здесь, вот на вот эти две. Понял. Понял, не дурак, дурак бы не понял. А сколько у меня патронов? Нет, вот к этому. О, нормально. Туда нам точно не надо. Здравствуйте. Сидите, да? Ну ладно, сидите. Ой-ой-ой, тихо-тихо. Цветочек, это надо. Это, все это надо. Все очень ценно. На самом деле. Подожди, а что у нас здесь? Это мы заберем.
Да ну, как-то пройти-то можно же здесь. Слесарь, нифига себе. Здорово. Привет, уважаемый коллега. Коллега? Я кое-кого ищу. Такой высокий, сгорбленный мужчина с длинными темными волосами. Может, ты его видел? Увы, как-то не довелось. Нет. А что такое? Я ищу своего брата, Афанасия. Афанасия. Он недавно исчез без следа. Я уже все тут обыскал. Угу. А, пойти на ресурсы. Давай посмотрим. Что у тебя есть? Нет. А у тебя наряжение? А я уж думал. О. А, нет. А, получить одну отмычку за два пайка. Давай. Поговорить. А что вы вообще тут делаете? Зона. Опасное место. Так-то да. Ну, наши секреты я раскрывать не буду, но, скажем так, в Припяти есть много бесхозных ценностей. Они же радиации, нет? Например? У тебя хорошая аура. Ты сам все узнаешь. Аура хорошая. Ну ладно. Я тоже кое-кого ищу. Может, и брата твоего найду. Благодарю. Пусть удача улыбнется. Спасибо. Тебе и поможет. Так, запиши там. Темноволосый парень. Счастливого все дела. Счастливого пути, друг мой. Да. И возьми вот это. Как знать, может пригодиться. Давай, а чё? Отмычка. Еще одна отмычка. Да ты ж мое золото. А почему я... А! Ёб твою! А почему нигде не было указано, что здесь радиация? Детали, химикаты. Мастерская. Ух ты! Маскировка. Ля, масхалат. Грибы нужны. Блин. А где грибы достать? Блин, хочу камуфляжную броню. Надо будет сюда вернуться. Грибов насобирать и вернуться. Блин, камуфляжная броня — это кайф. Жалко противогаз сам не одевать. Я иногда не понимаю, где нужно его одевать. Так, у нас здесь где-то рядом еще. Вот там вот. А как наверх подняться-то? Я не совсем понял, как я сюда попал вообще. Так, ага, понял. Так, тут у нас деревенька, да? Все, радиации нету? Нет, здесь нету. Грибы. Грибы. А, радиация. Так, я понял. Давай тут побег. Я просто это уже видел. Почему ты так долго? В смысле долго? Ну что мне, я ж стараюсь. Я стараюсь. Так, мы сюда по-любому заходим. Тут ля сколько ништяков. Блин, садмычка. Найди меня, любимый. Да я пытаюсь. Почему ты оставил меня? Да в смысле, я даже не помню. Ты что, у меня же с памятью проблемы. Я этот, дун-дун-дуб. Я вот этот, который, а, шо-шо, и какаюсь под себя иногда. Так что не надо мне тут. А мне сколько? 10 штук еще, ладно. Что? Я вообще сейчас... Я что-то в ахере.
Это как так случилось вообще? Ну, страшные какие, как крокозябры, блядь. Нельзя войти. О. Так, у меня, блядь, оружие, буду стрелять. Ты куда собралась, Таня? О. Посмотри вокруг, Игорь. Тут так спокойно. Пусто, но спокойно. Ни души вокруг. Как раз по мне. Не очень-то люблю людей. Я знаю. Интересно, как ты переживешь нашу свадьбу с толпой гостей? С какой еще толпой? Не волнуйся, глупыш. Ты справишься. О, я вообще, я вот этого вот... Я прям не понимаю, во-первых, как выбраться отсюда. А вот. А во-вторых, вот эти вот свадьбы, да, с толпой гостей. Это ты чё? Для меня это как смерть. Я прям не могу. Все, или где-то еще? Так, пойдем вернемся. Сделаем себе мас-халат. Это ж вообще темка классная. Так, я могу с любой высоты и не получать урон при этом, да? Так, мас-халатик, пожалуйста. Шум при передвижении, защита и маскировка. Камуфляжная броня. А что использует она? Металлические пластины. Керамические. А как их использовать? Использовать. А. Камуфляжная броня вообще тема. Я полностью за, чтобы быть ниндзей. Так, ну и что? Вот тут мы были, сюда мы не пойдем пока. Пойдем по основным заданиям, да, в ту сторону. Так, дайте мне пока мой... Да, вот этот. Вот его самого. Так, противогаз пока снимем. А то и так ни хрена не видно. О! Бункер. Это мы где? Это мы подходим. Имеет смысл сюда идти? Давай посмотрим. Да, имеет смысл сюда идти. Ну или не именно сюда, ладно. А как вылезти? Не понял. А в чем прикол? Не вижу что-то прикола. А типа, если там спуститься, здесь выбраться можно или что? Ну ладно. Если только так. Тише. Кто здесь? Вот ты падла, а? Что тебе собачка сделала? Что тебе сделала собачка? Вот, это сейчас немножко так, оп, оп. Все, лежи, лежи, лежи. Чи-чи-чи. Все нормально, малыш. Кто? Да быть того не может. Потери? Какие такие потери? То, что потерял. Они меня сейчас все еще видят, что ли? Хорошо, а где враг?
Тише, тише. Не надо ничего видеть. Вот и все. Спокойненько. Спокойненько, ребятушки. Что ж вы? Что ж вы кричите-то? Не надо кричать, все хорошо. Ребятушки. Все нормально. Потери, потери, кричать начинаете. Зачем? Глупостями занимаетесь. Какие потери? Никого тут не было. Так, что у меня по психике так себе, да? Часть радиации. А, блин, мне нечем психику восстановить. А, нет, вот есть чем. Ой-ой-ой-ой. Что ж так неприятно-то? Тише-тише. Огонь на поражение. Какое поражение? Какое такое поражение? Кто-то поражен? Да я вообще поразительно, кто-то поражен. А как мы сюда? А-а-а. Подожди, нифига не пойму. В этом противогазе. Ага, все, понял. Ну давай, давай. Для дробовика. Ух ты, ё-моё, и дробовик. На четверочку давай. Четверочка. Ё-моё. Нифига себе. Это я понимаю прицел. Ладно. Допустим. Просто ок. Так, а здесь у нас что? Заметка. Показать. Майору Кузнецову. Ага. Как мы и договаривались, важный документ, служебные записки, отчет планируется немедленно переместить в охраняемую зону бункера 007 в лагере Изумруд. Остальные архивы сжечь без промедления. Агент ЛВ Воронина. Так, это нам туда теперь, да? Понял. Не дурак. Дурак бы не понял. Как всегда. Тише, тише, тише. Тише, тише. Что, перелезть не могу, да? Улика. Сколок. Прозвище агента КГБ. Наверное, уже не удастся узнать. Восстановление агента. Защита агента. Восстановление какого-то агента хотели сделать. Ой-ой, радиэйшн. Так, а здесь что? Ага, здрасте. А где вы? А как вы? Не понимаю я. Где-то должен быть рядом кристалл, но я его не вижу. Тише, тише, тише. Ёб твою. Накапала радиация на голову. Это что? Ты сегодня грустная, Таня. Не волнуйся. Пройдет. Всегда проходит. Мне больно тебя такой. Я могу тебя как-то развеселить? Просто побудь со мной. В хороший день я чувствую, что горы могу свернуть. А в плохой день... У меня как будто целый мир на плечах лежит. Угу. Тише, 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 тише. Тише, все нормально. Так, что тут еще? Еще? А, электронный компонент.
Блин, в этом рейде очень много налутали, кстати. Это же еще не все. Еще травушка-муравушка. Блин, нам бы сохраниться. Можно как-то... Сейчас, подожди. Можно прям здесь сохраниться? Тридцать две секунды назад мы сохранились, да? Это где? Шестнадцать... Да, вот, все. Произошло сохранение. Блин, ребят, просто очень долгая серия, так что продолжим с вами в следующей серии. Я, возможно, прямо сейчас начну ее записывать, но для вас она будет следующей. Так что всех обнял, приподнял, покружил, на место поставил.